Деньги бессовестно выманивают в наше время не только мошенники. Цены на продукты растут бешеными темпами. Так, ряд овощей на российском рынке подорожал на 25%. Эксперты отмечают рост цен на картофель, морковь, свеклу, перец, помидоры и огурцы. Исследование оператора фискальных данных проводилось на основе данных 28 миллиардов кассовых чеков из разных регионов. Так, средняя цена картофеля в марте 2021 года выросла на четверть до 49 рублей за килограмм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В случае с морковью зафиксировано подорожание на 24%, до 63 рублей за килограмм. Свеклы на 29%, до 56 рублей за килограмм. Перцы на 16%, до 354 рублей за килограмм. Цены на помидоры выросли на 5%, а огурцы – на 3%. Их средняя стоимость в марте составила 206 и 140 рублей за килограмм соответственно. Ранее сообщалось, что в 2021 году сладости подорожают на 10%. Ощутили ли вы такой подъем цен? Пишите об этом в комментариях к этой трансляции. Мы очень хотим слышать ваше мнение.